А у вас есть знакомые рестораторы? Да, конечно. Почему, конечно, если вы считаете, что это люди занимаются заведомо схожим с вашим ремеслом делом, но не на таком уровне? Да не, это не вопрос уровня, это давайте так, это вопрос другого жанра. Сектора. Да, другого да, жанра. Вопрос да. жанра. Ага, хорошо. Ну а кто вот из вот кого вы можете назвать своими приятелями, там, не знаю, друзьями, знакомыми, хорошими? Ну, огромным уважением у меня пользуется, и я вообще преклоняюсь перед ним, это, конечно, Новиков Аркадий. Я считаю, что это гениальный бизнесмен и гениальный ресторатор. А в чем тогда гениальность? Я считал, что он гениальный пиарщик, потому что он умудряется создать ничего репутацию. Подобного. Нет, смотрите, Аркадий Анатольевич, смотрите, гениальный бизнесмен. У него очень дорогие блюда, которые, ну, как и знаете, термин overpriced, то есть они не стоят этих денег. У него сервис, ну, в общем, ниже среднего. Я с вами категорически не согласен. Это такие огульные какие-то обвинения. Я их могу развенчать, но тогда эта программа займет еще час. Нет, я просто как потребитель. Вот, нет, вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. Угу. Значит, мне просто не везло. Вы ошибаетесь. У него очень четко все построено, и поверьте мне, что ценообразование, которое он делает, зависит от того качества продуктов, которые он покупает. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».